друзья, всем привет. Значит, купил вот такую лампочку РФ какой-то, первый раз вообще вижу, слышу такой бренд, да? Так, значит, приобретал я ее за 150 рублей, это еще со скидкой, так там была цена перечеркнута 190, не знаю, правда это или нет, но вот специально брал самую мощную на сайте, который, не на сайте, в магазине, который был, магазин не буду называть, ни к чему, сочтете за рекламу, хотя это не так, никто мне не платил, никто со мной не связывался, не договаривался, да, не настолько я популярный, ладно, не об этом. В общем, 16 ватт подразумевают нам, что она будет как 125-ваттная лампа накаливания. Значит, 4000 кельвинов, 1280 люмен и заявленный порог наработки 30 тысяч часов. Так, ну давайте откроем, еще не открывал. Так что, гарантийный срок 2 года. Избегает прямого попадания влаги на лампу. Но она все-таки нагревается, наверное. Светодиодные лампы тоже очень сильно нагреваются. И у них есть радиаторы даже. Кто не знал. И вообще, кто попал случайно на это видео, неинтересно, уходите, выключайте. Так, меры предосторожности. Так. Больше ничего нет в коробке. Вот такая лампа. Вот это вот у нее радиатор. Но по идее должен быть, если нормальная лампа. Так, она крутится. Нет, она не крутится. Ну ладно, открывать ее не буду. Если что случится, конечно, потом открою и покажу. Так, А60, Е27, 16 Ватт, 230 Вольт, 50 Герц, 4000 кельвинов, SN09. Ну, какие-то тут дальше, в общем, непонятное обозначение. Так, что у нас в бумажке идет? Ну, в принципе, то же самое. Хранение, транспортировка, эксплуатация. Гарантия 24 месяца. Дата производства. Смотрите на цоколе и корпусе лампы. Вот, наверное, 9.18. Это, наверное, месяц и год, да? 9. Что это? Сентябрь, по-моему, да? 18 года. Дата производства. Окей, давайте включим, посмотрим вообще, что она из себя представляет, ее потребление и освещаемость. Есть у меня вот такой патрон, сейчас я его включу в этот ваттметр и посмотрим на ее потребление. Так, наверное, надо будет немножко, блин, она и не вниз, нет, сама слишком она большая. Так, ну потребляет она, вижу, 13,8, 14 ватт. А потребляет, а света дает, ну я бы не сказал, что на 125 ватт. На 125 ватт даже днем бы здесь было бы очень светло. Но вроде не мерцает. Сейчас я возьму телефон, смартфон, ну вообще камеру. И да, заткнись ты. Так, и посмотрим, мерцает она или нет. Нет, друзья, она не мерцает. Значит, эта лампочка хорошая. Вот вам даже покажу. Блин, как бы. Вот, немножко вам видно. Она не мерцает. Абсолютно. Так, сколько уже набралось? 13,2 ватта она показывает. 13 ватт, в общем, чуть-чуть она не дотягивает до заявленных
до заявленных 16, каких-то 3 ватта, да? Ну, как-то так. О, горячая стала. Радиатор нагрелся. Так, в будущем хочу еще купить себе пирометр, чтобы определять температуру нагрева. Ну вот оно сколько посветило, да, минуту? Наверное, две. Оно все быстро остывает. То есть, оно, наверное, теплоотводом я служу. В себя тепло забираю. Вот такая вот лампочка. В общем, ну не знаю, не могу сказать, я первый раз вообще вижу и слышу такой вот бренд. Специально брал самую мощную лампочку. Хотя и были там и Гаусс, короче, и всякие там, и Филлипсы. Вот, ну, наверное, следующую лампу, что буду брать, возьму, попробую, наверное, Филлипс. Протестирую, что это за лампочка. Если найду, тоже самую мощную, по-моему, там максимум, они такие 10, ну, 12 ватт, что ли. И мне еще приоритет свечения 4000, ну, это минимум, это такой вот, вы видите, наверное, он свет мягкий. Не совсем он теплый, он нейтральный. Вот, ну, белый, ну, ближе к желтому он освещает так. Все равно не видно. В общем, мне что было не меньше, а лучше больше. Там сколько бывает? 4,5, 5. 6,5 это уже неприятный такой синий цвет, он мне не нравится. Допустим, вот у меня есть фонарь на светодиоде XML-T6. Вот он светит. Вот видите, какой у него свет. Я все жду, когда он перегорит, и купить нормальный, еще мощнее диод, чтобы поменять его на более, так сказать, белый, не синий. Вот. Видите, цвет у него вот такой вот синеватый. Так, а он, гад, все не перегорает, уже сколько лет работает, я не знаю, 3, может, 4 года. Вот такой вот удивительный, неубиваемый фонарь. Ну вот, как перегорит, и если что с ней случится, буду держать вас в курсе. Все на этом, давайте, всем пока. Until I get put under. What if I